якби ви не було каратистою, то ким би ви стали? Да, я вибрала цей вопрос, тому що коли я його прочитала, я дійсно задумалась. Знаєте, у нас в житті стільки всього відбувається, ми почему-то, ну, ми не думаємо о том, а от якби цього не було. Потому что я думаю, я мне 26, я 19 лет занимаюсь карате. Если бы этого не было в моей жизни, действительно, о чем бы я занималась? Ну, потом я подумала, проанализировала, и у меня есть очень сильный интерес к иностранным языкам. И я думаю, что если бы у меня не было бы спортивной карьеры, то я бы, наверное, углубилась в изучение иностранных языков и, возможно, работала бы в этой сфере. Вот. Ну, слава Богу, Анжелика чемпионка Европы.